ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще увидим. Ваше задание в Шанхае, сержант Рекер. Расскажите о нем. Номер части? Какое у вас было задание в Шанхае? Кимбл Грэс, сержант! Оставь его в покое, ублюдок! А ты заставь меня, сержант! Рекер! Рекер, не отключайся! Держись, Рекер! Я оторву тебе руки, найду эту сучку Хану и отхерачу ее так, что мало не покажется. И ее сраного мужа тоже. Ее мужа? Какого еще мужа? Ты что, бредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в бинтах, я все знаю. Значит, он все еще жив. Ваш корабль называется Валькирия, так? Что? О чем вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая. Да. Рекер, они говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цзиньцзе? Я слышу, как они говорят о тебе. Я Цзиньцзе. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Ты же американец, забыл? Думаешь, твоя страна станет тебя спасать? Нет, ты сгниешь здесь. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. И всем привет, с вами Фоглист. Мы продолжаем проходить Battlefield 4. И судя по тому, что здесь дверь вокруг стеночки, какой-то мужичок, Дима, очевидно, с России, не знаю, каким чудом он тут. Мы находимся в тюрьме. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Да, я тебя понял. Разве что тебе хочется. Если, конечно, ты мне не предашь, как Хана в прошлый раз. Последние часы своей жизни. Посмотрим. Если ты пережил ядерный взрыв, как я, или сражаешься за свободу, как ты говоришь. Ядерный взрыв пережил? От смерти. Момент невозможно выжить после ядерного взрыва. Что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Интересно. За мной. Это Price and Break получается. Здесь, если знаете, о чем это. В общем, был фильмец про то, как одного брата посадили в тюрьму, а второй, чтобы его спасти, набил себе тату с этим, с проектом тюрьмы. И потом решил с ним сбежать. В общем, там столько длинный фильм. Точнее, даже не фильм, это сериал, вот так это называется. Ой. Что делаешь-то, Рекер? Где Димас? Давай, нужно двигаться. Ну,
Ну, мне кажется, что нас должны были спалить. Он так усердно стучал по стенке. Думаю, если нас в тюрьмах так постучать, хорошо, то... будем держаться вместе. Посадят в одного и будешь сидеть весь оставшийся срок. А теперь осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. От мертвого морпеха пользы никакой. Кабель менеджментом занимается. Ой-ой-ой, сейчас же спалит. Чмо. Ну, можно и так. Спасибо. Давай, сержант. Хорошо снова иметь цель. Делать то, что делаешь лучше всего. Твое появление просто подарок. Суматоха поднялась нешуточная. В центральной вышке есть система блокировки механических замков. Мы откроем в этом чертовом месте все помещения. А теперь осторожно. Сними охранника. Только тихо. Надо бы присесть, что ли? Как-то шумно будет. Я тебя прикрою. Иди наверх и разблокируй замок. Не лезь в лучи прожекторов. Так. Я это и знал, что не лезть в лучи. Сейчас пройдет луч. Ну пойдем, что делаешь, не пихайся. В принципе, в метро Last Light была такая же ситуация. Примерно такой же, как купол, не знаю, как это назвать. Там сидели заключенные, нужно было также пройти. Как ты мне предлагаешь туда пробраться? В принципе, вот сейчас можно пойти было бы этого убить, но я боюсь делать. Давайте попробуем, что ли. Почти получилось. Стрел с пройти. Умирай. Умирай. Идет еще открытая. А, вот. Окей. Разок. Второй. Третий. Так, так. Пошли! Надо пробраться к лифту! Дела так с дробовиков стрелять. По-моему, это неудобное оружие самое, что у меня есть. Может, у них, по-моему, автомат. Я должен с дробовиком, да, их убивать. Нет, да?
прямо за Димой выехали. Все. Сейчас бы стояли там наверху и стреляли бы их неделю просто. Давай, бежи. Это недалеко. Налево, направо. Право, тупик, значит, налево. Флаг! Нет, флаг! Ты смутил! Молодец. Помочь ему не стоит. Лезь меня, муть! Домовик патри нашли. Давайте дальше. Подождите. Ой, почему я не могу пройти? А где Пак? Да нет, Пак. Черт, я его оставлю. Давай, идем со мной. Вперед! Так, судя по звуку на фоне, почему-то у меня медалька не появилась, но я знаю, что это звук. Впереди лифт. Это единственный. Когда достигаете, наверное, какой-то 1500 очков и... Либо ты со мной. После этого у вас как бы бронзовая медаль открывается, серебряная, ну и так далее. Золотая, по-моему, следующая. Достижение, не знаю, похвастаться. Сравнить с друзьями, сколько вы очков набили, сколько они. Больше. Не было бы никого, если бы не. Взрывается? Вот, да. Сорок хелспоинтов, надо отсидеться как-то срочно. Конец бит. Пойдете, нет? Или я должен один приходить? Это же слишком просто. Что будет, если у него с дробовика стрелять? Это выход? Да. Почему ты нам помогаешь? Сцена. Это вы мне помогаете. Когда ты спускался по этой шахте, это твой товарищ по оружию? Он нормальный? Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Шутка, минутка. Я не знаю, если честно, где мы, но судя по локации, это горы. Вы не знаете? Что там наверху? Сосом был. Понятия не имею. Скоро все узнаете. Тут война. Пусть идут первыми. Нарвутся на поле. Я пока воюю, тебя Сашок все оружие настроит. Во-первых, не надо мне дробовик. Возьмем винтовку, точнее, ее сюда надо было взять. Сюда лук, сюда винтовочку. Этого дерьма. Русский чувак, он знает, что... А, да, все-таки он русский, как вначале. Ну, хотя, я не знаю, Дим, как бы... Хотя, может, по национальности он не русский, но... В общем, с России, так это назовем. Причем хорошо владеет английским, потому что... Явно он с ним общался... Явно с, вот, с Рейкером, с ирландцем общается на английском. Играем в переводе же, как-никак.
Вот мне кажется, что Баку занимать позицию не самое удобное. Так ирландец тоже, видимо, так считает. Не знаю, может просто за мной везде будет следовать. Все так трясется, так когда просто рядом пули пролетают. Что за дела? Идемте дальше. Кожаная саркофаг. Чернобыльской атомной электростанции, судя по конструкции. А может, просто похоже, может, действительно идентичной конструкции. Ну, тогда так, умирай. Опа! Дверка закрывается. Успеем? Нет, интересно. Конечно, нет. Я все поправлю. Давайте, давайте, пошли. Умный русский, очевидно. Заходите. Раз. Где же это? Ящик с оружием нам не надо, но... Да, хорошо. Это Климер хорошо. Тоже бесполезно, в принципе, ящик. Все, блядь, получится. Так, ну, судя по картинкам... Знаю, судя по картинкам... Это... Это вообще какая-то китайская фигня. Вот здесь это похоже на уже это Windows 8. Ну, вот задний окно это явно Windows 8 плоское. Вот это Windows 7. Понимаешь, что здесь происходит? Программка какая-то, не знаю. Может, конечно, сами скрили, может, это их. Что он, блядь, говорит? Вертолеты! Мне нужно время, чтобы открыть ворота. Вертолеты! Пойду-ка я займу сейчас позицию повыше. То если вовремя не занять, то потом вообще не пройдешь. Так. Климер, зачем ты климер? Вообще можно сказать, что да, полезная вещь. Но, по-моему, не в этих ситуациях, когда здесь просто есть зал, из-за которого можно заныкаться и климеров покупать, чтобы это все обставить. Как было в 4-й Call of Duty. Где там колесо надо было пихать, но там, естественно, можно было поставить Лену, прохода 20. Уже так не сделаешь. Так, умри. Но я все равно кого-то сюда спустил. Так, ты взрывайся. Чмо. Так, умер. 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 Все. Ланец, будешь помогать мне? Почему все время все я должен делать? Сейчас заметьте. Когда мы всех перестреляем, прям никого не останется, то Дима волшебным чудом сломает дверь. Это было уже с Паком, по-моему, когда тоже в здании сидели, списали того самого мужа Ханны, винтах, так сказать. Не знаю, кто он, конечно. Точнее, я знаю, но буду спорить. И... Там также самая произошла ситуация,
то, что сидит этот пак, ломает дверь, мы всех убиваем, только все умерли, и сразу, о, я взломал, пойдемте. Чисто, все лежат. Блин, едва пронесло. Ты как, Рэк? Пошли! Я нормально. Вот, я же сказал. Давай, пошли, нет бы раньше открыть, чтобы там пару людей даже еще осталось. Такой спокойно проходишь, убегаешь от них, как бы. Сработало. Они открываются. Это что еще за херня? Заява! И так хватит. Сможем подлезть. Да, зайдем. Рэк, ты первый? Откуда он тут появился? Что за дела? Ну, все, ребята, походу конец игры. Надеюсь, это не так. Вот это поворот. Вонючая сука! Ты хочешь убить ту женщину, которая нас только что спасла? Да она нас придала. Черт, а с два! Ты нас сдала! Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Жуй, ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Цзиньзе, а я должна была его защитить! Вот, ну и что с того? Он все равно, блядь, мертв! Нет! Ничего замолчите, подобного! Замолчите, девки! Вы же не хотите здесь подохнуть! Пойдемте! Хватайте оружие! Дальше будем потом! Пора выбираться. Я вижу горы, мы не знаем. Сержант, помоги мне с воротами. По-моему, это снег. Рекер, вот, возьми. Бинокль все еще у тебя? Отличненько. Ну, давай, раз, два, оставайся. Господи, какой мир. Где мы, мать ваша? Видите как? Свобода! Бежим! Нет, от укрытия к укрытию. Вокруг политик! Ой, вон он еще здесь стоит. Так, этот умер. Вертолет тут мигнул. Надо было его вынести. Я уже один пытался вынести, после чего он меня сбагнул. Не знаю насчет этого. Не надо было стрелять. Это не как в Call of Duty, где стелс, если стелс спалишь, то уже не выживешь. Не так. По крайней мере, в данный момент. Мне нравится, когда вот так все трясет. Почему так по сути, взрывчатка бесполезная вещь. Если их выкуривать. Я, ну, ладно, да. Кстати, можно взять все равно. Не вместо оружия будет, так? Сифори пришлось это делать, показывать свои навыки мультиплеер. Хотя в мультиплеере мы на машинах на крыше заезжаем, но это кофе не страдает. Отлично.
вот туда. Нажали. Так. Все. Пойдемте попробуем справа, что ли, обойти. Странно, тут нет той крысы, которая обычно меня здесь убивала. Вертолеты над грядой! Почти на месте! Все, умер. Ты. Ладно, пойдем сейчас с Уго их по-быстрому вынесем. Потому что, судя по тому, что дальше нет такой карты, мне кажется, что нет. Вышка и все, вокруг пустота, некуда больше идти, то приближается конец данной миссии. Тихо. Сборка, что ли. Все, это тут. Фуникулер. Ну, может быть, мы сейчас доедем на фуникулеры куда-нибудь. Там дальше продолжится война. Ну, судя по тому, что нас как бы сейчас чуть не задержали, и мы долго уже давай, думаю, не будет больше подстав. Сколько сейчас сбегается, это же вообще будет. Еще патроны кончились. Почему нельзя просунуть вот этот забор? Вот сами смотрите. Он как бы целый. Да что ли? Если так. Ну так идем. Я же все время первый буду ходить. Опа-опа, ребят, смотрите, фуникулер один уехал. Я это видел. Вон он помчался. Вон там вагон. Бежим. Он поедет, интересно. Мне просто интересно. Там же обрыв. А, не остановился. Стой. Давай, старик. Убираемся. Вышки вон там еще дальше стоят. Надеюсь, я так никого не убью. Ты шатнулся как. Вообще отлично. Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И говорила, что Дзинзе не погиб. Чан пробовал его убить, но не вышло. Теперь он на борту Валькирии. Твой так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Вот. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет... Ее муж-то и есть тут Цинзе, президент бывший Китая. Под угрозой будут все нас поздравлять. Этим вот. Мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это что, блядь, за чувак? Так, мы остановились, по-моему, ровно в том же месте, как и тот это фургон. Тоже, нет, тот фургон там остановился. Вертолет, лети сюда! Где эта вертушка, я смогу его вывести? Я ж убил! Ну чё за дела? Должны были выжить после такого падения. Вы в порядке, парни? Я выжил. Русский чувак погиб. Ну, по крайней мере, он умер свободным. Подъем. Русский. Нам предстоит долгий путь. Хотя я вижу, там Сифор лежит. Все, на этом заканчивается прохождение данной части.